Какой будет погода на завтра, знает наш штатный прогнозист Илья Сосновский. Илья, тебе слово. Всем привет! Если вы жалуетесь, что замерзли, то я вам скажу, что вы просто придираетесь. Синоптики говорят, что температура на улице в пределах климатической нормы. Но хорошие новости у меня для вас все-таки есть. Ближайшие 3 дня будут теплыми, настолько, что я вообще буду готов снять шапку. Но пока без нее, если честно, зябко, я ее на место верну. Просто к нам прилетит поток теплого воздуха с юго-запада, поэтому в пятницу днем вообще до плюс 7, но на выходных прилетит фронт и снова наступит зима. Ну а завтра у нас с вами днем плюс 4 градуса, придется перетерпеть неприятный сильный ветер, зато никаких осадков, ночью минус 4. Но ничего, подождем, перетерпим, ведь следующие выходные синоптики обещают нам с вами супер теплыми. Всем хорошей погоды, пока!